Одним из эффективных инструментов развития Ненецкого округа должен стать бизнес-инкубатор. Об этом заявил глава региона Игорь Кошин. По его словам, сегодня созданы все условия для эффективного развития предпринимательства с учетом местных условий, рынка и имеющихся ресурсов. Бизнес-инкубатор станет одним из эффективных инструментов социально-экономического развития нашего округа, создаст и укрепит связи между малым бизнесом и другими секторами экономики, а также сможет обеспечить рост занятости и уровня жизни населения региона. Бизнес-инкубатор на первом этапе работы сможет предоставить условия для работы полутора десяткам предпринимателей. Управлять деятельностью бизнес-инкубатора будет Ненецкая лизинговая компания. Для создания бизнес-инкубатора площадью 140 квадратных метров на 15 рабочих мест не потребуется привлекать дополнительные средства. Поскольку создается этот бизнес-инкубатор на базе имеющегося окружного имущества Ненецкой лизинговой компании, уже мы начали ремонтные работы, планируем в ноябре его открыть. Это будет создан и будет создана полная инфраструктура для развития малого и среднего предпринимательства. В данном случае у нас аренда предоставляется на 3 года для субъекта предпринимательства с момента открытия. Первый год мы предполагаем 400 рублей стоимость 1 метра, там 600 и 800 в третий год. Но это пока предварительно. Запуск бизнес-инкубатора станет финальным пунктом, который региону необходимо выполнить по федеральному закону о развитии малого и среднего предпринимательства в части создания инфраструктуры для бизнеса. По словам главы региона Игоря Кошина, бизнес-инкубатор станет одним из эффективных инструментов социально-экономического развития нашего округа. Об этом он заявил в ходе прямой линии, которая прошла на радио Нарьян-Мар-ФМ. В ноябре мы завершим полностью создание инфраструктуры для малого бизнеса. У нас есть фонд, есть лизинговая компания, будет бизнес-инкубатор. Все это будет в одном месте. Пожалуйста, занимайся своим делом. Бери, получай грант. Не хочешь получать грант, просто бери бизнес-идею, тебе помогут ее просчитать. Давайте заниматься. Но при условии, когда, как только мы исключим конкуренцию государства с бизнесом, тогда вопросов не будет. На сегодняшний день нам, по большому счету, не важно, кто оказывает услугу населению. Либо это государство, либо бизнес. Важно, кто ее финансирует. Государство – это первое. И важно второе, чтобы эта услуга была оказана одинаково качественно, что бизнесом, что государством. Мы говорим о том, что мы готовы часть социального бюджета отдать малому бизнесу, отдать некоммерческим организациям, потому что там люди более активные. В настоящее время в помещениях на улице Ненецкой, 3, предназначенных для бизнес-инкубатора, проводится ремонт, завозится мебель и обустраиваются рабочие места для потенциальных клиентов с телефонной и интернет-связью. Возможность разместиться в офисах бизнес-инкубатора будет предоставлена предпринимателям на конкурсной основе.